Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Ну что, поехали по ежедневкам. Нанесите 20 единиц урона героям травяным кулаком. Так, выиграйте игру с зверским зомби-героем и сыграйте 5 зомби, которые стоят не больше 3 мозгов. Давай, наверное, вот это вот обновим. Выиграйте многопользовательскую игру. Ну что, значит, травяной кулак у нас. Травяной кулак. Где у нас травяной кулак? Блин, надо было нам, наверное, обновить все-таки травяного кулака, потому что там, ребята, уже было половина сделано задание. Так, мне выпадает ржавый разряд собственной персоны. Ржавый разряд собственной персоны. Бахнет, как ты думаешь, или не бахнет? У него либо валун, либо флакон. Тут одно из двух, друзья, скорее всего. Мне так почему-то кажется. Почему-то мне так кажется. Ну давай посмотрим. Все равно рано или поздно мы его спровоцируем на применение либо-либо. Ильсурик. Ребята, звать нашего противника Ильсурик. Так, он решил ландшафт поставить. Ландшафтик-то надо поменять, наверное, мне кажется, да? Ага. Слушай, неужели у него нет валуна, а, друзья? Я просто хочу огурца поставить, но... Давай, короче, сделаем так. И вот так. Опа-на. Вкусняшки, друзья мои. Смотри, что делает, а. Значит, сюда поставим ландшафт в следующий раз. Этого охламона надо будет нахлобучивать, мне кажется, да? Ну, давай так сделаем. Я даже еще вот так, наверное, сделаю. Пошел, друзья мои, прокачивать он. Восстанавливать себе полностью здоровье. Чего не можем себе позволить мы, друзья мои. Так. Не могу пока ничего сделать. А что он хочет сделать? Я могу хильнуться, да? Угу. Вот так вот, ладно.
Кого будем убирать? Так, если я поставлю сюда. Давай так сделаем, наверное. Он делает шаманство. Призванные карты становятся дешевле на одну единичку, ребята. И меняет. Плюс восстанавливает себе здоровье. Так, хорошо. Главное, с этим разберемся. Главное, что мы разберемся с этим. Тут, конечно, нас расколбасят. И стражницу мы уничтожаем. Так, а дальше-то что будем делать? Вот дилеммочка-то, а? Давай-ка сделаем вот так вот. И вот так. Ай-яй-яй, еще сделать можно будет. Еще, наверное, можно будет сделать вот так. Жалко, конечно, что мы ему этот пробьем. Но сейчас посмотрим, что он будет делать. Ну, вытягивает карты. Заполняет, да, всю вот эту вот фигню. Ну, в принципе, минус. Этого мы тоже уничтожим, получается, да? Ну да, получается, этого мы с тобой сейчас тоже грохнем. Дальше у нас есть кактус. Угу. Окей. Так, поставим сюда кактус. Здесь сделаем так. И, наверное, вот так. Дороже. Угу. Ну, блин, мы его не вырубили, да? К сожалению, пока еще. А вот это будет похуже, друзья мои. Вот это будет похуже. Так, ну превращаться он ни в кого не будет, ведь так, так. И единственное, что мне, наверное, надо сделать, вот этого сюда перетащить. Здесь заменить. И сделать, наверное, вот так. Давай смотреть. Ага, зомби-астронавта. Пускай тратится. Жалко, вот этого не добьем. Это, да, вот это вот самое противное. Ну ладно, с картами у нас пока нормально. Минус Гаргантюа, ребята. Поехали.
Такс, сделаем такс. И, наверное, еще вот так. А там посмотрим. Как вариант. Как вариант, друзья мои. Так, ну здесь понятно, мы ничего сделать не сможем. Единственное, что... Блин, это тоже мне не поможет. Страус... Ну, страус, это, ребят, хорошо. Он что-то, ребята, хочет найти, но... Я сомневаюсь. Так это не поможет тебе. И этого разнесу. И здесь уничтожу. Плюс еще карты сейчас доберу. Неплохая, ребят, карта. Нехорошая. Я не знаю, кто тут у него. Тут защита. Она одну дороже. И кто там? Понятно. Еще на одну дороже. И кто на этот раз? Понятно. Даже так. Так, ребят, 6 здоровья у него остается, 3 в лицо и 3 остается нам добить. Ну, я, в принципе, догадываюсь, кто мне в этом деле поможет. О, тут даже звездочка еще и выпала. Ха, минус Гаргантюа, да, ребят? Это тебе не поможет? Нет, даже не думай об этом. Все, да? Короче, ставим так. Вырубаем здесь. И ставим звезду сюда. Посмотрим. Уничтожил. Молодец, красавчик. А дальше что? А дальше ничего. Дальше ничего, ребят. Дальше пустота у него. Ну что, Бонгчой молодец. Молодец, конечно, справился, все красиво сделал. Все у него получилось. Так, мы двигаемся дальше, ребята. У нас сразу два задания выполнилось. Сыграйте 5 зомби, которые стоят не больше 3 мозгов. Но это проще простого. Сыграть 5 зомби, которые стоят не больше 5 мозгов. У Бесенка полная коллекция, ребят, таких зомби дешевых. Так что вот против Бонгчой, конечно, да, будет не очень просто. Блин, от слова совсем не просто будет. Да ну что ты вот. Ну, выдал мне, конечно. Ну, выдал ты, парень, а. Ну, тут труба, походу, дела, друзья. 5-5. Не надо было мне, наверное, трогать. 4.
Даже троечки нету, ребят. Даже нету троечки, понимаешь? А могилоед у него наверняка есть. Да ну что вы мне вот всовываете-то, блин? Ну все, ребят, не повезло с рукой, блин, изначально, и все. Что вот это такое? Ну что это, ребят? Пипец просто какой-то. В шоке, блин. Он мне дает четверку. Он неуязвимость может поставить, так ведь? Давай рискнем. Просто посмотрим, ребят. Так, гриб. Гриб? Ну, это мухана, ты понимаешь, да? Ну, давай поставим. У него два по земле же будет наверняка, да, друзья мои? Да, скорее всего. А может быть, даже бонусная атака есть. Но тут не повезло с рукой изначально, ребят. Поэтому, как бы, 4-5, пока я тут разогревался. Он сам видишь, что сделал. Сейчас 3, это 6. Это 6. 6 в лицо. Конечно, неприятно. А у меня останется всего 2 хп. Причем я больше уверен, что у него будет еще, наверное, ребята, орех, скорее всего. Так что как ты тут сделаешь? Один. Да никак. Просто никак. Я тебе говорил, что орех у него будет еще. Бесполезно. Ну вот как вот ты мне скажи, на милость, один орех за другим. Один за другим у него появляется орех. Ну, ребят, мы выполнили задание. Даже когда мы играли, у меня орехи были. Ну, не то, не с такой периодичностью они тебе выпадают, как у него. Понимаешь? Так, разыграйте теннисиста-чемпиона на дорожке с растением... Разыграете теннисиста-чемпиона на дорожке с растением 5 раз? На дорожке с растением 5 раз. Это у Земех такие задания, ребят. Ну, давай посмотрим. Земех на дорожке с теннисистом 5 раз. Давай. Теннисист. Это вот это, я так понимаю. Чемпион-теннисист, да? Угу. 2, 3, 4. Только чтобы выполнить это задание, ребят. Сейчас попробуем. А вируса у него нету нафиг никакого вируса. К сожалению. Раз, два, три. Так, сделаем. Что еще тут можно? Раз, два. Сделаем так. Раз, два, три, четыре. Это вирусы у нас будут. И раз, два.
Раз, два. Что-то нахапал, блин, всего. Чего нужно и не нужно. Я не знаю, ребят, попробуем, конечно, с такой колодой как-то поиграть. Подожди, я ландшафт не взял. Я не взял ни одного ландшафта, верно? У меня ни одного ландшафта не взято ведь. Ну, точно, ребят, ни одного ландшафта нету. Надо хоть парочку ландшафтов взять каких-нибудь. Можно вот этот взять, да, и... вот этот. Просто, ребят, чтобы они хотя бы были. Значит, нам нужно разыграть теннисистку на дорожке с растением. Надеюсь, я правильно все понял. На дорожке с растением. То есть мне нужно выжидать дорожку. И отсюда. Мне бы, конечно, ботанку бы получить. Не дают ботанку, к сожалению. Ладно, флакончик. Так, теннисисток у нас дофига. Ландшафт с телепортом у нас есть. А если я так сделаю? Фига грибок! Неожиданно для меня, если честно, друзья. Для меня это неожиданно. Слушай, ты заколебал, а? Давай так сделаем. Слушай, может быть, у него есть и заморозчик могил? Нет, заморозчик могил у него нету. Такс. Ну, он уже начинает, ребята, лицо мне потихоньку ковырять. Рикошетик потратил. Отлично. Так, а что мы можем сделать, ребят? Мы можем сделать вот так. Угу. Такс. Сейчас кого-то мы... Нет, мы никого особо пока не чпокнем, к сожалению. Давай поставим так. И вот так.
Ну, мне... не знаю, друзья мои, как это бредотня получается у нас здесь. Да, по-моему, фейл, ребят. Я стражи не взял. Да я даже тут палец не буду. Пробьет лицо. Надо было на дорожке. У меня не получается пока на дорожке разыграть теннисистку. А нет, разыграл все-таки один разочек. Давай еще разок. Я вот сейчас подумал только, почему у нас нету какой-то защиты на воде. И ни разу не выпало мне, ребят, опять гриб. Что-то одних заклинаний, вот. То ни одной, то две сразу, ну. Не, надо будет на втором ходу, ребят, ставить ее. Это у нас грибник, получается, да? Это не то же самое, случайно? Что-то уж больно похож. Это фруктовый микс? Нет, не фруктовый микс. Не фруктовый микс. Двойной, двойной. Так, ребят, значит, что делаем? Валим этого. Ставим сюда. У меня остался лишь один батан. Курица есть. Слушай, есть курица. Воу-воу-воу-воу. Да, тут уничтожит гаденыш мою ботаночку. В общем, запомнил, да? У него молекулярочка была. У меня с картами вообще какой-то кисляк. Ты гляди-ка, блин, а? И сейчас начнем доборы делать. Давай сделаем так. И понятно. Но два в лицо. Такое тоже, ребята. Почему вот, почему, где флаконы, ребят? Где флаконы, скажите мне на милость. Смотри, он гриб поставил сюда для того, чтобы мне не дать этой охламонке прокачаться. Прикинь. Короче, я сдаюсь, ребята. Хотя, да, сдаюсь. Флакона нету, ну, что, блин. В тот раз дали флакон, блин. Так не было этой... Давай, короче, немножко по-другому сделаем. Немножечко сделаем по-другому. Как-то не очень вяжется с этой колодой. Так, нам надо теннисисток, да?
Может быть, теннисисток взять поменьше? Что-то их дофига у нас. Короче, теннисистки плюс вот этот. Плюс... Если нам часто выпадает грипп... Если нам часто выпадает грипп, то... то нам нужно что-то против гриба. Этот парень, кстати, тоже неплох. Возьмем пару вот этих вот ландшафтов. Сумоист, нужен ли мне сумоист? Даже не знаю. У меня колода, как будто я под эту, под ночь, ребят, собираюсь их сделать. Под кровавую луну, так вот напоминает мне почему-то. Не знаю, может быть пригодится он мне. Может быть. Так, пару ландшафтов. Пару валунов, пару вот этих зомбиков. Не помешает взять. Пару защит. Флакончик. Ну, так вот, наверное. Посмотрим, ребят, что из этого получится у нас. Мне нужно разыграть 5 теннисисток. Но в этот раз мне бонг-чой попадает. Только ты поменял колоду под гриб, тебе сразу же дают бонг-чой. Ну, как, ребят, такая вам твою налево справедливость. Задумался, да? Да, он не задумался, он, друзья мои, что-то затеял. Что-то, друзья мои, он затеял. Интересно, будет у него бонусная атака? Стоит ли мне рисковать? Давай пропустим ход. Вот это ты хорошо сейчас сделал, парень. Вот прям от души тебе спасибо. Нет у меня пока вариантов, ребята, что-либо сюда поставить. Давай поставим ландшафт хотя бы этот. Ой, сдался, ребят, я даже не разыграл. Я даже не успел разыграть. Ладно, давай еще разок. Теперь, мне кажется, мало теннисисток взял, блин. Роза. Ух. Ты роза, розонька. Роза — это пакость. Роза, друзья мои, это пакость еще та. Давай начнем потихоньку. Испугался. Пират, ну... Была бы у нее шкала бы заполнена, да, был бы от тебя толк, конечно, а так, чё? В блок, что ли, пробьем? Нет, друзья мои, не в блок. Серьезно? Тут ты, конечно, меня
парнишечка подловил. Мы ему еще сейчас в блок звезданем, блин. Так, ну у меня есть кое-что. Правда, как-то реализовать, друзья, я пока не знаю. Сейчас будет замораживать. Сейчас будет замораживать и прокачивать. Ну, а мы с тобой сделаем немножечко по-другому. Пять хп. Давай так сделаем. Этот стоит 6 единиц, кабачок, который замораживает. Но он сейчас может, ребят, заморозить нормально. Правда, не забывай, что если он заморозит, мы... Ага, видишь. Но 3 в лицо все равно дадим. Так, ребята, вот теперь интересно будет. Сделаем так и сделаем вот так. Пока ничего больше делать не буду. Заморозка, еще раз говорю, не поможет, ребята. Он все равно будет бомбить. Если, конечно, мы будем первыми ходить. Тогда да, вот тогда мы будем бомбить. Давай смотреть. Я удивлен, что он вот это растение взял себе. Но будем мы? Да, ему... Блин, мы в блок ему бомбим. Сделай так, так. ага. Я думал, сейчас у него будет кабачок. На самом-то деле. 7, 3, 10. Ну, ему еще... Все, ему крышка, ребят. Ему хана. Ну, мне надо было разыграть на самом-то деле теннисисток, а не вот это вот все. И не получается не разыграть мне этих теннисисток на этой долбанной лужайке. Их у меня либо мало, блин, еще не легче. Блин, орех собственной персоны. Но здесь нам, конечно, ребят, поможет вот это вот. И если я думаю... Почему мне дают карты, как будто я на заклинашках работаю? Я не пойму. Если он на хилах... Плохо. Если он на орехах, тоже, ребят, плохо. Плохо в любом случае будет. Интересно, этого... Как-то остепенит, нет? Ну, естественно, в блок. Ну, Рэй, ну куда ты можешь еще бомбить, как не в блок? Ёпрасы ты. Угу. Стена ореха. А этого тут забыл?
А этого-то ты забыл. Но у него может быть бомба. Хилы? Ну да, ребят, а как же без хилов-то? Бомба, блин, я вот сейчас сижу, думаю, блин, не хватает мне, друзья мои, бомбы. К сожалению. Да? Нет такого ощущения? Что нам не хватает, друзья мои, бомбы. А у него, наверное, бомбочка-то есть. Да все, 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 давай. О-хо-хо, прочерк, ну конечно же. Даже если здесь мы выживем, ребят, вот от этого, то здесь нас размажут. Вопрос. Как он пробил? Немножко нифига не понял. Как он мог пробить, если у нее броня стоит? Или он ее прям насквозь, что ли, вместе с броней? Как-то непонятно немножко здесь было. Блин, я запарюсь, друзья мои. Блин, разыгрывать эту теннисистку. Серьезно тебе говорю. Давай посмотрим на бомбочку его. Какой мы твою... Какой гриб? Откуда гриб-то у тебя взялся? Я не понимаю вообще. Тридцать третий уровень. Ну, гриб-то откуда у тебя взялся? Никак не пойму. Ладно, фиг знает. Может, я что-то не догадываюсь. Гриб. И в то же время у него фруктовый микс. Слушай, очень интересно. Все, я теперь понял, ребят. Уничтожаем. Это как раз, ребят, под нашу стать. Ставит бомбочку сюда, ладно, ставь. Ну, ты понимаешь, что гриб-то у него не последний. Угу. Поехали. Ай, как бы мне бы, блин, ребята, вот этих поставить. Ну что, сейчас будет ставить свой этот кокос этот, как его там, орех? Орех. А, нет, смотри, не стал. Немножко по-другому, да, будет сюда сейчас выставлять. Ну тут защита, он нас не пробьет. А, вот даже как. Ага. Так, усилять будет или нет?
Так, мы бомбанем ему дорожку. Имба. Все равно, ребята, имба. Да не можешь ты пробить меня, не можешь. До свидули. Блин. Ладно. Ребята, очень мало, наверное, я все-таки взял теннисисток. Что-то как-то они не выпадают, блин. Одна выпадает в самом начале, и все, и больше почему-то нету ее. Кстати, здесь вот этот вот бабах, мне показался, что он не особо сильный был. Это мне показалось так. Может быть, конечно, он не раскрыл свои карты, как это обычно бывает у нас, блин. Зубастизилан, да, это еще та, ребята, морковка. Зубастизила, она такая. Опять же, непонятно, на чем играет она. Я уже догадываюсь, друзья мои, на чем она хочет играть. Зубастизилочка это. Так, он потратил. Он, друзья, потратил. Но он, естественно, будет прикрываться. Тут к бабке не ходи. Но мы будем тогда делать вот так вот. 5 энергии. Конечно, разгуляться можно офигенно как. Вот даже как делает. Ага. Так, ну что? Пока курим, да? Плохо, ладно, фиг с тобой. Не очень, конечно, хорошо тут получается, друзья. Терпел, терпел и вытерпел. У зомби, по-моему, нет массового уничтожения вот этих высокоуровневых растений. У растений есть, я знаю. Слушай, я, кстати, вот еще ни разу не доходил до гаргантюашек. Если честно. Это опять он, да? Нет? Что-то такое ощущение, что опять этот же. Может быть, я не прав, конечно. Опять этого хламона дали мне. Нафиг он мне нужен-то? Минус один на один по земле, он может же еще сделать. Хилы. Давим, да? Давай так сделаем. Ну, чтоб просто хотя бы не раскачивался.
У него даже колотушечка есть. Я колотушку, если честно, уже давно не видел, ребят. Слушай, ты запарил, а? На все у него есть, блин, ответ. Ну что, ставим этого, получается, да? Я сейчас буду... А, могилоеда же нету. Точно! У него же, друзья мои, могилоедов нету. 6 в лицо. Прекрасно. Колотушку достанет сейчас опять, да? Нет. Нет, ребята, не колотушка. Да, 12 в лицо-то. Хорошо так вмазало. Да мы так и будем с тобой до посинения этих теннисисток, по-моему, разыгрывать, блин. Так и не разыграем, блин, надо уже в магазин идти. Время-то уже, друзья мои. 8:00. Вечер, я имею в виду. 8:00 вечера. 18? Нет, 21 минута 8, друзья. Ну вот, теннисистка есть. Нет дорожки, нет лужайки у меня для нее. Можешь ее не выставлять пока? Выставлять надо, ребят. Бобовые, друзья мои, бобовые тут будут, значит, да? Это хорошо, что она раскрыла свои карты. Это хорошо. Будет интересно. Что-то опять не пошло. Не так у них, блин, я не знаю, ребят. Испугалась у нас зеленая, как говорится, макака. И сдалась. Причем даже, ну, еще пол игры, я понимаю, ребят. Посмотрел бы, какие карты там. Зачем так быстро сдаваться? Мне непонятно. Давай так посмотрим. Грибочки, значит. Сразу возникает вопрос. А зачем? Зачем тебе грибочки, а? 39-й ранг. Не, девочка, так не пойдет. Цветочки свои можешь убрать отсюда. Что-то задумала наше высочество, да? Что-то задумала. Интересно, что? Клубника. Я, в принципе, предполагаю, что сейчас будет. Он будет делать, наверное, фруктовый микс, скорее всего. Но это не точно. Минус один, один. А, нет, по земле он не сможет сделать. Он сможет сделать после моего удара, скорее всего. Там либо у него... Вот это плохо, ребят. Вот сейчас как раз там и может быть минус один, минус один.
Да. Вот сейчас он сделал минус один, минус один. 4-3-7. Как раз пробьет мне табло сейчас. Пробил. И знаете, что самое обидное? Что мне даже поставить-то некого. Давай так сделаем и вот так. Эволюцию может сделать. Легко. Если у него... Да ладно. Чё-то, чё мне тут... Ты посмотри, что он сделал. Да ну дал бы ты мне другой, ну что ты мне вот это-то даешь? Твою налево. Да все тут, по-моему, друзья мои. Что я тут могу сделать? Так и так, если только. Добор карт он мне дает. Поздно уже давать добор карты. Вот эволюция, ребята. Эволюцию он сделал. То есть сейчас он получил микс. Естественно, сюда бомбанет миксом. Ой, блин. Нету таких карт, где было бы побольше надгробий. Понимаешь? Если бы были бы надгробия, то вот эта команда, она бы просто пошла бы прахом. Че, я разыграл еще одну теннисистку, что ли, получается? Успел? Или там просто надо теннисистку было разыграть? Непонятно, ладно, пробуем еще, ребят. Да, роза 50-го ранга. Ну, совсем, ребят, не смешно. Так, ладно, есть первый ход, есть второй ход. Поехали. Ну, понятно, роза сейчас ничего не будет делать. Я то же самое так же, ребят. Два стража, нафига. А, я, кажется, понял. Так, а у меня нету этого призывателя, так что... Я просто не туда поставил. Надо было на дорожку просто поставить, а не на возвышенность. На хилах, ребят. Давай так сделаем. Помидорочка. Ну, давай так сделаем, фиг с ним. Все равно выбора нету. Поехали. Сейчас кого-то превратит во что-то неприятное, ребята. Ой, блин. Или в козла, или в какого-нибудь маразматика, как всегда. Ну, хил, наверное, он не будет тратить, скорее всего, сейчас.
Нет смысла. Как вариант. Нет, все-таки взял. Взял, ребята. Очко у него, как говорится, поджалось. Очко у него поджалось. Превратить же, да? Наверное, превратит сейчас этого во что он там? Да в что хочешь можешь превратить. Угу. Ну и все, ребят, приплыли. Пять, четыре, девять. Тут уже ничего не спасет. Тут уже ничего не спасет. А я тупанул, ребята, то, что поставил на возвышенность, а не на лужайку, блин. Теннисистку, да, теннисистку. Теперь цитрон. Ты заметь, я ни разу не заметил, чтобы мне выпал Гаргантюа. У меня их там несколько штук, вообще ни разу не выпадает. Ну, кроме которой делает безумие. И все. Так, давай иди сюда. Хорошая карта, но в данном случае она мне вообще не нужна. Вот сейчас вот мы как раз, ребята, и проверим. Подожди-ка, если я сделаю так и вот так. Угу, орех. Да я пока не буду, наверное, ничего делать. Давай так сделаем. Так, валун есть. Ладно, кто там? Нормально. Блок опять же сейчас, блин, вмажем ему. Чё такая непруха-то? Постоянно в блок, блин. То прокатывает, то не прокатывает. Ну что, я ставлю сюда тогда, получается, ребята, лужайку. Сейчас посмотрим, что он сделает, во-первых. Так, давим этот охламон, этого охламона и ставим сюда лужайку. Только не говори, что ты опять сейчас в блок будешь, не? Так, 2, 1, 4. Ой, 3.
Неуязвимость, да? Хорошо. У него останется... А все, ему крышка, ребят. Все, до свидания. Этот сейчас карту возьмет, и мы ему единицу прибиваем в лицо. Но немножко здесь... Меня интересует, сейчас мы отыграли теннисистку, вот? Или не отыграли? Нет. Не отыграли, друзья. Ну что, я, наверное, тогда думаю, что мы продолжим уже на дорожке с растением. Ребята, мне нужен был не ландшафт. Мне нужна была... Вот растение стоит на дорожке. Вот на эту же дорожку поставить теннисистку. Твою налево, блин. Рэй, ну ты пипец просто... Вот в чем загвоздка-то была. А не то, что я должен ее поставить на ландшафте. Нет, друзья мои. На дорожку, вот дорожка, вот дорожка, вот она, вот дорожка идет. На нее я должен поставить теннисистку, когда там будет стоять растение. Я офигею, блин. Дошло как до утки на 7-е сутки. Так, ну что, тут могилоедов нету, да? Насколько я помню. Поэтому делаем так. Ну, сейчас начнутся грибы, наверное, не? Слушай, не начались никакие грибы почему-то. Но они начнутся. Они обязаны начаться. Я, наверное, сюда силу подбавлю, друзья. Вот сюда вот. Пускай мажет ему в 5 в лицо. А, 4, 4 в лицо. Сердечко как-то не особо меня радует. Грибной король явился, да? Ну что, друзья мои, сами понимаете, на чем будет здесь сейчас все основано. На грибах. Фига ты, жук. Да, жучар это еще тот, друзья мои. Да хорош. Так, это же эволюция грибная. Черт бы его побрал, друзья. По-моему, нам кранты. Пробьет. Дождался этого охламона, блин. Честно говоря, я даже не думал, что он у него есть. Я вот про него говорю. Но... Блин, теннисистку не поставил. Где теннисистка, когда она, блин, нужна? Ну, где она? Ее просто... Ну, выдай мне ее. Не то ты мне дал. Так, теннисистка есть, друзья мои. Остается дождаться растения. На дорожке, я имею в виду. И выполним, наконец, это задание, друзья. И... Угу. Пока растения я никакого не вижу. Зато я вижу телепорт.
Если он сейчас здесь не бумкнет, я поставлю телепорт, чтобы мы с тобой набирали. Отлично. Сделаем так. Ага, начинает прокачивать. Вселяет. Ну, плюс 5, это мне... никак не поможет. Давай сделаем, короче, по-другому немножко. Неужели сейчас бомбу сюда поставить свою, а? Горячку. Нет, он стоит туда. Так, прибавили рикошет ландшафта и все, кто на нем стоит. Сделаем вот так вот. Но могилоед у него может быть. Да, могилоед у него был. Три, пять, восемь. Восемь в лицо-то как-то не хочется, ребят, получить. Давай я поставлю так и вот так. Так, он ландшафт меняет. Уничтожаем их, да? Что у него? Солнечный удар может быть, ребята. У него может быть солнечный удар. И он сейчас звезданет сюда. А, вот даже как. А, перемещает. Немножко не туда, конечно, он переместил. Хотелось бы, конечно, поставить его туда, но... ну, не то. Сейчас он сюда наставит. Ух, ёпрсты. Как думаешь, пробью? Да ты запарил, ты уже в доску, блин. Давай, убирай всех. А разве ты не лопаешь? Ну, есть. Я думал, что он лопает. По-моему, ребята, я разыграл этих вот в данный момент
теннисист. Так, сейчас посмотрим. Да, да, наконец-то, блин. Туговато доходило. Так-так-так. Создайте зомби-тренера, нажмите на него в коллекции. Создайте зомби-тренера. Так, у нас тут дополнительные карты. Утилизируем их. Слушай, ну зомби-тренер, это, если я не ошибаюсь, который дает иммунку. По-моему, так. Зомби-тренер, он находится у нас... Где он, черт подери, находится? Спортивная колода. Вот он, это же зомби-тренер, да? Да? Выполнил задание. И следующее, какой там идет у нас? Используйте особые способности, чтобы 5 зомби стали неуязвимыми. А это, ребята, сам Бог велел сыграть на колоде. Так, я посмотрю, у замеха спортивная колода не прокатывает. Значит, способности, да? Это нам получается... Подожди, мне нужен вот. Ой, подожди, замех мне нужен. Чего вы мне показываете? Это не так лучше делать. Это делать вот так надо. Даже вот так вот. Смотри, спортивная колода. Если смотрим, ребята, сумоист есть, это уже хорошо. Дальше. Этот есть. Болельщик есть. Этот есть, тренер есть. Все, друзья мои. Плюс этот есть и вот этот. В принципе, комбо готово. 5 зомби сделать под неуязвимость. Мы еще можем на худой конец взять вот эти 4 штуки. И все, ребята, это будет сказка. Да, но это мы с тобой тогда уже будем в следующий раз пробовать. Ну, не пробовать, а проходить. Егорчик. Егорчик успел под конец поприветствовать. Привет, Егорчик. Ну что, друзья мои, на сегодня все. Хотя нет, давай попробуем сюрприз пройти. Сюрприз. Против... Я буду против капитана Огонька? Нет, я наоборот за капитана Огонька. Оу. То есть мне нужно отнять у него 41 хп, да? Так, это еще, это бонусную атаку делает. А здесь плюс 2 сверху. Это 16. А тут нету добора карт, друзья. Мне кажется, я немножко не так сделал, да? Да. Опять 5 хп. Интересно. Это было интересно. Ладно, друзья мои, все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.